10:35 действительно пришло нам сообщение о том, что помещение заминировано. Попросили его освободить. Приехали пожарные, приехали правоохранители с собаками. Это не одна бригада была, не одна собака. Искала, перекрыли даже улицу Клитки Основьяненко. Ну и около 2 часов длилось все это мероприятие, ничего не нашли. О чем составили акт и запустили всех на работу. Thank you.